Библейский портал exeget.ru представляет. Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале exeget.ru, И сегодня мы с вами рассмотрим 23 главу. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим, и сказал На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжкие, неудовоносимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Так начинает Господь Иисус Христос свою речь к ученикам, наставляя их перед Своим отшествием, либо время отшествия Христа в Царстве свое близко, близкие Его страдания, близко Его воскресение и говорит, что необходимо им более всего остерегаться, как и говорил раньше, закваски книжников и фарисеев. Теперь указывает на то, что фарисеи сели на седалище Моисеем, то есть на законе. Он говорит о том, на самом деле, что они законные преемники, они законные избранники, они народ Божий, они Израиль святой, как они пели и говорили о себе. Сказано, что сели на Моисеевом седалище, все делают законно, но говорят, но не делают. Мы видим с вами, что Христос дает повеление своим ученикам. Признавайте, говорит, законную их власть, но по делам их не поступайте. Но так, как они учат, делайте. Блаженные... Ироним Стридонский, и вот, например, святитель Филарет, митрополит московский Дроздов, пишет, цитата, «Желайте искренне душеспасительного наставления, расположитесь принимать его с верою. Силен и верен Бог, желающим все спастись, и через недостойного наставника преподать вам совершенное наставление». Конец цитаты. Очень важное замечание. Сказано, овцы, не пасите пастырей. Но тем не менее, как здесь говорит свидетель Филарет, смотрите, право ли учит. Мы не имеем права, да и не то, что не имеем, это будет грех хамства. Если мы будем наблюдать за грехами своих родителей, тем более духовных наставников, отцов, священников, это будет грех хамства. Осуждение. А вот за тем, право ли учат, имеем право действительно смотреть все. Но прежде чем об этом Говорить и сопоставлять необходимо самим знать Священное Писание, знать Отцов Церкви, вникать в святоотеческую традицию. Для того, чтобы, с одной целью, не чтобы смотреть, правильно учат или нет, и быть ревизорами или редакторами речей проповедующих, а для того, чтобы самим не отпасть. Как сказано, будьте внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. И мы видим, что дальше Господь их обличает и говорит, что у них есть всякие хранилища, одежда, воскрыли. Действительно, Бог в книге Второзакония, мы это можем прочитать, в 15 главе тогда дал народу израильскому такое повеление, чтобы они действительно сделали эти воскрыли. А объявился нам Израилевым, чтобы они делали себе кисти, это 38 стих, на краях одежды своих, в их кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. Все это должно было им напоминать о их призвании. Вся их одежда, весь благочестивый вид должен был свидетельствовать о Христе и Его учении. Они должны быть были пророками, ожидающими мессию. Но они настолько, настолько они возомнили о себе что гордость ослепила им глаза. И помним мы эти слова. Пришел к своим, и на богословы своего не приняли. Это говорит нам о том, что нам нужно быть осторожными в своем обряде верии. Необходимо вникать в смысл, в смысл Священного Писания, в Евангелие, вникая в себя и в учение, как говорит апостол Павел. И далее Христос продолжает и говорит, также любят приводлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья. И отцом себе ни на кого не называете на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Очень важно эти слова дочитать именно до 12 стиха. Очень часто наши оппоненты, так называемые христиане вне церкви, выдирают эти тексты из Священного Писания, говорят, вот вы там батюшек своих называете отцами, сказано, никого не называйте себя отцами, ибо один у вас отец. Но в послании апостола Павла, 1 Коринфянам, 4 глава сказано, много у вас наставников, но не все отцы. Я родил тебя благовествованием святым. То есть апостол Павел говорит о том, что наставников много. И он эту мысль не отвергает. Здесь Христос говорит, да не будет у вас наставников, не называйте себе никого отцами. А там апостол Павел в послании, например, Тимофею, он говорит, что я был наставником язычников. Где же, что же здесь, какое-то противоречие в Священном Писании? Нет, скорее всего, противоречие в голове читающей Священное Писание. Потому что невозможно понимать Священное Писание вне церкви, вне Духе Святом. Поэтому возникает эти сложности. На самом деле здесь Господь говорит о том, что не называйтесь учителями, то есть не учите, не ищите учительства. То есть что значит назваться учителям, учителем? Он не говорит совсем отвергьтесь этого слова «учитель» и не, никогда его не используйте. Нет, говорит, не называйтесь. Назваться учителем — это значит искать, учить кого-то. Вот у нас так бывает, кстати, и в церкви, что люди приходят часто не учиться, только пришел вчера еще, а уже всех учить, как нам тут что-то реформировать, как что-то сделать, чтобы было понятно по его понятиям. Поэтому здесь Господь говорит именно об этом. Если, например, обратиться к отцам церкви, то можно увидеть, у Иоанна Златоуста есть такие слова, и у у Филарета тоже, митрополита Дроздова, опять же, вот, может, его истолкование даже будет лучше. «Истинно, дух... Истинно духовные люди и достойные учители скрываются», — пишет митрополит Филарет, — «насколько можно в числе учеников и никогда по своей воле не умножают собой числа учителей. В апостолах видим готовность проповедовать Царствие Небесное, но ни в одном из них не видим того, чтобы он сам себя представил к званию апостола. Не говорю, поставил себя к этому. Таким образом, если не искать и даже убегать учительства, есть отличительная черта достойных его. То есть, искать и домогаться его – признак недостойных. Конец статы. Вот о чем говорит здесь Господь Иисус Христос. Не называйте себе никого и отцом, в том смысле, что один Бог – Отец, Потому как было известно и надо понять, что э, те слова, которые Христос произносит в том мире, уже было известен и платонизм и в некой мере даже и неоплатонизм, гностических различных ересей, которые же в то время получали это развитие. Поэтому он говорит, что не называйте себя отцом никого, как, так как это был, есть в религии Индии. там человек, это отец, он ставится в один уровень Гуру, в один уровень с Богом. Философия индуизма, и она так и говорит, что невозможно спастись без гуру, потому что гуру это, в общем-то, Бог. И только через него можно обрести спасение. Так и здесь свидетель Филарет об этом предупреждает: не домогаться, не искать, если говорить снова об учительстве. А действительно, если Господь призовет к этому служению, то его исполнять. Исполнять тщательно, как сказано что делал Божий, делать с небрежением тому грех. А если Господь не призывает к этому, ну, не надо выглядеть, по крайней мере, так мягко говоря, комично, говорят. горет, как оглашенный, слышал звон и не знает, где он. Господь, апостол Павел так и пишет в Священном Писании, послание апостола Павла к Коринфянам, 1, 1 Коринфянам, 12 глава, помните? Все ли апостолы, все ли учителя? То есть нет запрета, чтобы в церкви были учителя даже говорит о том, что воздавайте почести евангелистам, учителям. Благовестник питается от благовестия. Имеется в виду тщеславие и гордость. Поэтому 12 стих так и заключает это выражение Христа. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесным человеком, ибо сами не входите, хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сынами гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, который говорите, что если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые. Что больше, золото или храм, освещающий золото? И далее это обличение Христа фарисеев, оно встретится еще не один раз. Восемь раз Христос в этой главе скажет «Горе вам, книжники и фарисеи». Первое. Горе, он возглашает им заложное толкование закона Божия как мы видим, Священного Писания, за извращение самого Духа Закона Божия, из-за чего они и себе, и другим затворяют Царствие Небесное. Это предостережение тем людям, которые хотят толковать Священное Писание вне Духа Божия. А сказано, что Бог, Дух дышит где хочет, но в храме и в церкви а церковь есть тело Христова, а о Христе сказано, в нем обитала вся полнота божества телесного. Поэтому церковь — это богочеловеческий организм. Только в церкви есть Дух Святой, дающий возможность человеку не сбиться с пути в Царстве Христова. А Дух дышит, где хочет, да, свои призывающие благодатью. Для чего? О том, о чем молился Христос в 17 главе Евангелия от Иоанна. «Да будут едины, как и мы едины». Бог призывает в единство с собой всех людей. Поэтому Дух даже где хочет, своей призывающей благодати. Второе горе. За ненасытное коростолюбие, прикрываемое лицемерной надбожностью. Третье горе, если резюмировать так. За развращение и погибель тех, кого они обращали к вере из язычников. Он говорит, горе, что вы обходите целые моря и до края земли, но обращая его к вере, делать еще худшим, чем сами. Потому что обращаетесь к ложной вере, к ложному пониманию закона Божия. Четвертое горе. За то, что они извращали смысл клятвы и делали это ради корысти. Пятое горе. За то, что они хотели понимать самого духа закона, не хотели понимать самого духа закона и исполняя неважные предания своих старцев, помним, как Христос их обличал, Евангелие от Матфея, 15 глава, Евангелие от Марка, 7 глава, 8 стих, что вы держитесь предание человеческого, отвергая заповедь Божию. И вот, пятое горе, они держались предания царцев и забыли заповеди Божии о правде, милосердии, верности Божию закону. У нас сегодня тоже чего только в церкви нет. И есть всякие суеверия, которые просто переполняют. Чего только не услышишь. И какая-то есть иногда, я, меня тут иногда спросили Андрей Иванович, вы против психологии, я говорю, нет. Но есть иногда, когда она подменяет просто заповеди Божии. И делается такой упор, вот это вот она какая-то истина, такая открытая снова. Да есть истина уже, нет ничего нового под Солнцем. Все новое это хорошо забытое старое. Все, что человеку нужно для его спасения, есть в церкви, как писал Блаженный Августин, как в Безбрежном океане. Все есть. Шестое горе. За то, что слишком много заботились о внешних омовениях и очищениях. Об этом будет еще сказано дальше, просто резюмируя всю главу, где Христос произносит это обличение. И вовсе не думали о душевной чистоте. Седьмое горе он провозглашает фарисеям за то, что по душе были мертвы для доброделания. И это омертвение, неплодие прикрывали лицемерным благочестием. И последнее, восьмое горе. За их упорную ненависть к посланникам Божьим, к пророкам, которые лицемеры скрывали от глаз народа под видом усердия к украшению их гробниц. В заключение Христос 23 главы провозглашает и называет им порождение их, называет их порождением ехидны. Но есть некоторые стихи, которые, может быть, в этом обличении Спасителя необходимо рассмотреть. Ну, например, что означает, что означает 16 стих «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Вот что по этому поводу пишет, например, ну, скажем, можно взять истолкование до да, блаженного иронима. Украшения алтаря, цитата, и храма вовсе не были первичным объектом поклонения. Они только указывали образ будущего истинного почитания. Золото, серебро, бронза, медь, жемчуг, хрусталь. Каждый из этих материалов имеет собственное значение в соответствии со своей природой. Поэтому Иисус, упрекает их в том, что они поклоняются золотому золоту храма и дарам жертвенника в то время, как больший почет надлежит храму и жертвеннику, ибо и золото храма, и жертвенные дары служат лишь образом будущего. И далее продолжается. С приходом Христа бессмысленной становится вера в закон, потому что не в законе Христос, а во Христе освещается закон на котором он воздвиг свое седалище или трон. Тот, кто ищет религиозности, должен принять ее от того, кто на троне этом выседает. Поэтому безумные слепы люди, почитающие освященное и пропускающие мимо себя саму святость. Конец цитаты. То есть из этих слов делается такой вывод, что если сердце наше есть у кого-то еще, по-моему, Иван Златоуста, это жертвенник, то те мысли, которые мы туда через разум погружаем, они есть то самое золото. Ну что освещает это золото? Конечно, то, что есть на сердце у человека. Как сказано, от избытка сердца говорят уста. И в этом смысле Христос говорил, что жертвенник, он освещает золото. А вы говорите, что вот кто золотом, если храмом ничего, а вот золотом храма, да, все наоборот. Почему такое с ними происходило? Корыстолюбие. Апостол Павел об этом пишет. Корень всего греха — сребролюбие. Они увлеклись бизнес-планами и бизнес-проектами. Деньги помрачили их разум. Как помрачил разум, это страсть, к наживы, обогащение, помрачил разум. Кого? Иуды. Я, можно сказать, если смотреть о жизни Иуды, в общем-то он старался, все делать для спасителя хорошо. Он старался этот ящик носить, старался там все время деньги сберегать. Даже когда была какая-то лишняя трата, он посмотрел в бюджет и сказал, вы чего там, обалдели? Чего это вы тратите, женщина это пришла, мира тратит? Зачем она потратила? Христа помазала? могла бы мне дать в ящик положить. Мы бы правильно это использовали, израсходовали. Он во всем искал выгоду. Но законы правды противоположны законам земной выгоды. На эту удочку попались и фарисеи. Они так стали коростолюбивы, что они перепутали, что на первом месте, что на втором, а что потом. Иерархия ценности, некий перевертыш, операция внутреннего зрения. Дай Бог, чтобы она не произошла с нами. Итак, на что еще стоит здесь обратить внимание? Да, горе вам, книжники-фарисеи, что берете десятину, мы так вкратце это рассмотрели, Смята Аниса и Тмина, и оставили важнейшее в законе, милость, веру. И сие надлежало делать, и того не оставлять. Христос говорит, что и десятину надлежало платить. Но вы забыли о самом главном, о милости и о вере. Потому что все это стали использовать для своей корысти. Вожди слепые, отцеживающие комара, эверблюда поглощающие. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда. Снова говорит, мы уже так об этом сказали вкратце. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность. Горе книжникам и фарисеям. Окрашенные гробы, говорит так и вы по наружности кажется людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Поэтому по наружности ряд по одежде да, встречают, провожают по уму. Но тут можно и понять, что если действительно человек может выглядеть достаточно благочестиво, но если с ним пообщаться, то видишь там, в общем-то, пустота, либо сплошное какое-то искание своего. Не всегда внешний благородный вид говорит о внутреннем состоянии человека. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам, украшаете. Этим самым, говорит Христос, вы свидетельствуете о том, что отцы ваши побивали пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, как сказано в 31 стихе, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте меру отцов ваших, змеи порождения ехидны. Я посылаю вам пророков, мудрых, книжников. Одних убьете и распнете, иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Так это произойдет. Но когда будем с вами рассматривать 24 главу, увидим, что все это исполнится все это исполнится до разрушения Иерусалима, все это будет исполняться в течение четырех веков гонений на церковь. И не только. Вся история церкви — это история, политая кровью мучеников и исповедников, исповедников веры. Истинно говорю вам, все сие придет народ сей. И вот 37-38 стих — Господь оплакивает Иерусалим. Он говорит: Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Такой удивительный образ приводит Спаситель, как птица собирает птенцов своих под крылья. Если кто-нибудь хотя бы когда-то наблюдал, ну может быть по телевидению хотя бы в передаче что-то вроде «В мире животных», то видели, как старается птица согреть своих детей, всячески заботится о них, кормит, прежде чем они там еще и вообще появятся, да целый процесс усиживания этих молодых птенцов. И вот Христос приводит этот образ. Как, говорит, птица собирала птенцов своих под крылья, и вы не захотели это упрямство, упрямство в законе Божьем, упрямство откровению Христову, они впали, можно сказать, в такое, такое законничество, законничество, которое они лишь исполняли его с одной целью, это законничество употребляли лишь, так лучше сказать, употребляли лишь с одной целью, какой, ради своей выгоды, только ее искали. И далее звучат грозные слова. «Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне». Какие страшные слова. Все оставляется дом ваш пуст». И мы знаем, будем рассматривать 24 главу, и если кому-то интересно, может почитать, можете почитать и историка Иосифа Флавия, который описывает, какие события происходили с Иерусалимом, страшное его разрушение. А все из-за чего? Почему такое наказание? Зачем Бог наказывает иудеев? По какой причине? Они сели на седалище Моисееву, говорили только, сами ничего не делали, своим образом в жизни, они соблазняли людей. Но Господь и даже на это как бы, если так можно выразиться, в сторону Спасителя, закрывает глаза и говорит, ну хотя бы то, что они вам говорят, вы делаете, но по делам их не поступайте. Все оставляются, дом ваш пуст. Будем молить Господа, чтобы по отношению к нам не прозвучали эти слова. Сегодня и в день страшного суда. Спаси Христос.